Здравствуйте, Луис. Здравствуйте, мисс Мур. Эдди. Чем обязан? Мы можем поговорить? Конечно. Фильм компании Netflix. Мы с тобой много лет уже одиноки. Я устала. Подумала, может, и ты тоже. Сколько мы уже знакомы? Как давно живем рядом, а друг друга не знаем? Давай попробуем узнать. Хорошо, а что люди скажут? Им ведь только дай повод. Секс тут ни при чем. Дело в одиночестве. Мне кажется, я снова смогу спать по ночам, если рядом со мной будет хороший человек. По мотивам бестселлера. Вот так живешь себе и радуешься, а потом вдруг тебя лишают всего. Редфорд и Фонда обворожительны. Может, сходим куда-нибудь, пообедаем? С удовольствием. Надену что-нибудь вызывающее. Очаровательно, изысканно, утонченно. Почему я? Я всегда считала, что ты хороший парень. Хороший, может быть, но не лучший. Их возвращение на экран стоило ждать. Роберт Редфорд, Джейн Фонда. Не все можно исправить. И что же тогда делать? Можно попробовать поговорить. Как тебе мысль? О, превосходная. Кто знает, к чему это приведет? Наши души по ночам. 29 сентября.